Я же не сходила в магазин сегодня. Друзья, вот таким образом можно перекусить в Корее, когда ничего не приготовлено заранее. У каждого корейца дома всегда есть рис, ким, это сушеные водоросли, и кимчи. Но так как маленькие дети кимчи не особо едят, можно заменить любыми другими овощами. Ангелинка, например, любит брокколи, поэтому брокколи у нас дома всегда есть. Также мы использовали ветчину, сами мы ее никогда не покупаем, но на все корейские праздники принято дарить такие наборы продуктов. Поэтому ветчина, растительное масло, консервированный тунец и прочее есть дома всегда. Вредно, да, но мы едим это крайне редко. Также нам повезло, и дома оказалось яйцо. В общем, заморили червячка. Нравится такой формат видео? Ставьте пальцы вверх. Всех люблю, всех обнимаю и до новых встреч!